Итак, у меня готовы обе руки, и сейчас мы с вами их будем пришивать к туловищу моей куколки. Ручки, я, видите, отверстие оба стянула на обеих руках. Буду показывать на примере одной руки, вторую вы будете пришивать симметрично. Итак, прикладываем нашу с вами ручку к третьему ряду от нашего туловища, то есть вот эти два рядочка должны остаться. И начиная с третьего ряда мы аккуратненько пришиваем ручку. Пришиваем по кругу. На руке мы задействуем с вами вот эти два ряда. И, соответственно, пришивать мы будем так вот вниз, спускаясь. Теперь немножко в сторону и начинаем пришивать вторую сторону руки. Наверх. Видите, я дошла до верхней части руки, и здесь мы с вами ниточку выводим в туда вот под мышку, чтобы у нас здесь не было никаких узелочков лишних, а узелочек сделать нужно, поэтому под мышечку выводим ниточку и аккуратненько делаем узелочек. И эту ниточку прячем. Я прячу в туловище, как правило. Теперь ее обрезаем, лишний хвостик, и симметрично вы пришиваете вторую руку. Итак, первую ручку мы с вами пришили, и симметрично пришиваете вторую руку.
Поскольку нам с вами нужно связать волосы пряжей черного цвета, ей вязать плохо на камеру, практически ничего не видно, я буду вязать пряжи телесного цвета для того, чтобы вам лучше было видно петельки. Итак, для волос мы с вами вяжем шапочку цветом черным, да, ну либо тем цветом, которым вы планируете вязать волосы. В моем случае это будет черный. Я сейчас сделаю образец на бежевом цвете и в дальнейшем перевяжу его в черном цвете и уже буду продолжать вязание. Для начала мы делаем магическое кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную нить между рядами и во втором ряду мы вяжем 6 прибавлений. В каждую петельку первого ряда вяжем по 2 столбика без накида. Первое прибавление, следующая петелька, второе прибавление, следующая петля, третье прибавление, затем четвертое прибавление, пятое прибавление и последняя петелька, шестое прибавление. Мы с вами связали второй ряд, в ряду у нас 12 петелек. Прокладываем контрастную нить между рядами и в третьем ряду вяжем столбик без накида, прибавление. Дальше вяжем. И так мы с вами будем повторять 6 раз. Столбик без накида, второе прибавление. Затем столбик без накида, третье прибавление. Столбик без накида, четвертое прибавление. Столбик без накида, пятое прибавление. И последний раз столбик без накида и шестое прибавление. Мы с вами связали третий ряд, в ряду 18 петелек. Следующий ряд четвертый и вяжем столбик без накида. Следующую петельку вяжем прибавление. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавление и так повторяем 5 раз. Первый столбик, второй, прибавление. Первый раз, снова первый столбик, второй, прибавление. Второй раз, первый столбик, второй, прибавление. Это третий раз. Первый столбик, второй, прибавление, четвертый раз, первый столбик, второй, прибавление, пятый раз и столбик без накида в конце ряда. Мы с вами связали четвертый ряд, в ряду 24 петельки, следующий ряд пятый, здесь вяжем 3 столбика без накида, прибавление, первый, второй, третий, прибавление, так повторяем 6 раз, первый, второй, третий, прибавление, первый, второй, третий, прибавление, первый, второй, третий, прибавление, первый, второй, третий, прибавление. И последний раз, первый, второй, третий и прибавление. Мы с вами связали пятый ряд, в ряду 30 петелек. Следующий ряд, шестой, здесь вяжем
2 столбика без накида. 1, 2. Делаем прибавление. Затем вяжем 4 столбика без накида прибавления и так повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4. Прибавление 1. 1, 2, 3, 4. Прибавление 2. 1, 2. 3, 4. Прибавление 3. 1, 2. 3, 4. Прибавление 4. 1, 2, 3, 4. Прибавление 5. И 2 столбика без накида до конца ряда. Мы с вами связали 6 ряд, в ряду 36 петелек. Следующий ряд 7. Вяжем 5 столбиков без накида прибавления. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавление. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавление. И продолжайте вязать этот ряд до конца самостоятельно. Я связала 7 ряд, в ряду 42 петельки. Следующий ряд 8 вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавление. Дальше вяжем 6 столбиков без накида прибавления и так повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавление. Еще 4 раза вы повторяете без меня самостоятельно. Я связала повторение 5 раз, и у нас с вами остается 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2 и 3. Мы с вами связали 8 ряд, в рядочке 48 петелек, и следующий ряд 9, и это последний ряд с прибавлениями для нашей детальки. И здесь мы с вами вяжем 7 столбиков без накида прибавления и так повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавление. И так продолжайте до конца ряда самостоятельно. И дальше для волос нашей куколки, да, мы с вами помним, что вяжем черным цветом. Мы вяжем с 10 до 17 ряда включительно, уже без прибавлений. В каждую петельку этого ряда вяжем по одному столбику без накида. И заканчиваем на 17 ряду и возвращайтесь ко мне. Ну вот, смотрите, я связала черным цветом 17 рядочков по моей прическе для куколки. И что мы делаем дальше? Дальше нам с вами нужно связать челку. Для этого мы начинаем вязать вот с самого начала ряда. Это у нас будет, ну, скажем так, наша челка, да, это лицевая сторона головы. Делаем соединительный столбик в следующую петельку. Соединительный столбик мы с вами связали. Теперь в это место вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Начиная со второй петельки от крючка, вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватываем переднюю дужку одной петельки, захватываем петельку следующую за той петлей, в которую мы только что вязали соединительный столбик.
и вяжем соединительный столбик через все эти петельки. Вот так вот у нас с вами должно получиться. Теперь делаем одну воздушную петлю, поворачиваем наш парик на другую сторону и продолжаем вязать вот по этой детальке. Здесь вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида всего 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Делаем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Поворачиваем. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Вяжем первый столбик без накида, следующую воздушную петельку, второй столбик и следующая воздушная петля, третий столбик. И затем 4 столбика без накида по вот этим петелькам. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь пропускаем одну петлю, в следующую вяжем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем. Начиная с самой первой петельки, вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше делаем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Поворачиваем. Со второй петли от крючка вяжем 2 столбика без накида в воздушные петельки. Первый столбик. И в следующую воздушную петлю вяжем второй столбик. И 4 столбика без накида по челке. Первый, второй, третий, четвертый. Пропускаем одну петлю, в следующую вяжем соединительный столбик. Воздушная петля, поворачиваем. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Поворачиваем. Со второй петли от крючка вяжем воздушные петельки, столбики без накида. Первый и второй. Затем вяжем 2 воздушные петли, 2 столбика без накида. Первый и второй. А третий столбик, смотрите, что мы делаем. Мы вводим крючок в петельку, пропускаем следующую петлю, вводим крючок в следующую петельку и вяжем соединительный столбик через все петли, которые есть на крючке. Вот так. Воздушная петля. Вот смотрите, что у нас получается с вами. Такая лапка. Затем мы снова поворачиваем. Вяжем столбики без накида. 3 столбика без накида по челке. Первый, второй, третий. Делаем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Поворачиваем. Со второй петли от крючка вяжем столбик без накида в воздушную петлю первый, столбик без накида в воздушную петлю второй. Опять повторяем предыдущий ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. И провязываем последний столбик вместе с петелькой головы, пропуская одну петлю. Вяжем соединительным столбиком. Затем вяжем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. На крючок делаем накид и вяжем в следующую петельку столбик с одним накидом. Следующая петелька тоже столбик с одним накидом. И следующий столбик с одним накидом. То есть 3 столбика с одним накидом мы с вами связали. Делаем на крючок накид. В следующую петлю вяжем столбик, полустолбик с накидом. Провязываем все петельки вместе. Следующая петелька тоже полустолбик с накидом. Накид на крючок. И последний полустолбик с накидом. Дальше вяжем 26 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять и двадцать шесть.